городском телеграм-канале «Вести» с Дворянской самарцев приглашают проголосовать за преображение любимого общественного пространства. В Самаре многое связано с космосом. Одно из таких мест – сквер первых космонавтов, который входит в список территорий, претендующих на победу. В сквере планируют восстановить пешеходные дорожки, установить опоры наружного освещения вдоль пешеходных зон и элементы уличной мебели. Также проектом предусмотрена санитарная обрезка деревьев, высадка новых кустарников, обустройство цветочных клумб и установка детской площадки. Отдать свой голос можно до 30 мая на федеральной платформе 63.городсреда.ру. Подарок для всех фанатов «Студ весны» и финальная выдача билетов на церемонию открытия. До старта фестиваля остался один день. Чтобы получить билет, нужно прийти по адресу Студенческий переулок 8 в определенное время – 17 мая с 10 утра до 8 вечера, 18 мая с 10 утра до 2 часов дня. Один человек может получить только один билет. В Ленинском районе отметили День семьи. Участниками фестиваля «Мы вместе, мы одна семья» стали жители района. В Центральную городскую библиотеку имени Крупской были приглашены юбиляры семейной жизни. Молодые пары, только планирующие создать семейный союз, а еще семьи, главы которых были удостоены звания «Мужчина года» городского округа Самара. В Кировском районе Самары переболевшим коронавирусом предлагают пройти углубленную диспансеризацию. Она направлена на выявление постковидного синдрома и других последствий заболевания. Пройти ее необходимо не ранее, чем через 2 месяца после перенесенного ковида. Обследование предлагают сделать в районной поликлинике.